Друзья, всем привет, это Эко-колесо. У нас очередное поступление. Электрический фэтбайк EcoDrive V5, 1000 Вт. Скорость до 60 км в час. Мощные моторы. Аккумулятор 48 Вольт на 16 ампер-часов. Алюминиевая рама грузоподъемностью 150 кг. Складная конструкция, видите, складывается в этом месте. И плюс складывается руль. Вот. Очень удобно можно транспортировать. Длинные крылья. Багажник, сиденье удобное с амортизацией, шины низкого давления Кенда. Соответственно, можно качать от 0,8 до 2 очков. А съемная батарея 48 Вольт на 16 ампер-часов литиевая заряжается примерно 7-8 часов до полной зарядки. Снять ее можно вот таким образом. В комплекте идет 2 ключа, индикатор. Видите, можно смотреть уровень зарядки. Заряжается от сети 220. А свет есть впереди, габаритный фонарь, и сзади. То есть, соответственно, вы можете ездить по дорогам общего пользования, не нарушая правил. Ручка газа выполнена в виде... Оп, он у нас включен, чуть не уехал. Полная, то есть не половинчатая, а целая ручка газа. Механические скорости у нас Shimano 7 скоростей. Есть включатель, соответственно, фары, сигнал, дисплей, заряд батареи, скорость, пробег, 5 уровней ассистента. Можно ассистент отключить, то есть вы крутите педали, мотор вам помогает. Вот. Можно ездить просто на ручке газа, можно крутить педали, мотор помогает. Исходя из выставленного режима ассистент с такой мощностью, сколько поставили, столько получили. Вот. Ну и если разрядились, можно на педалях спокойненько докрутить. Дисковые тормоза впереди, сзади, вилка амортизационная впереди. Вот. Соответственно, очень мощный, очень приемистый, заезжает в любую горку. Вот, поэтому оптимальный вариант, если у вас холмистая местность, или вы хотите ездить с большой скоростью, заезжать в горки без использования педалей, этот вариант для вас. Это Эко-колесо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отличного настроения!